Сегодня мы на проекте «Делай тело». Ага. Слушаем лекцию о рациональном, правильном, нужном и полезном питании. Первая лекция по рациональному питанию в рамках проекта «Делай тело». Мы первый раз участвуем в этом проекте, но участники, которые в нем уже участвуют в пятом, они, по-моему, все 4 сезона перед этим тоже участвовали. В проекте «Делай тело» 80% успеха – это именно питание. Угу. Я это проходил уже 4 раза, это уже пятый раз. Пятый раз, когда вы участвуете в проекте «Делай тело» или что? Пятый раз, когда я участвую, и третий раз я рассчитываю его пройти до конца. Лучший ваш результат вот в проекте «Делай тело» какой был? 9 килограмм сала вниз, 1,5 килограмма мяса вверх. Лектор – это наш начинающий нутрициолог Попова Евгения, один из кураторов проекта, но она куратор на Востоке. Женя Попова в том году ездила, проходила мощные курсы по правильному питанию в Москве. Вот, я хотел бы ее послушать. В интернете очень много информации о полезном питании. Сейчас половина ППшников, то, что называется ПП головного мозга, которые не едят там ничего, на чем написано вредно и крест поставлено, все люди много чего знают. Эта лекция посвящена тому, чтобы систематизировать те знания, которые у людей есть, чтобы люди понимали, что такое все-таки правильное, функциональное, рациональное питание, и чем оно отличается от новомодных диет и к чему оно чаще всего приводит. Многие люди хотят питаться правильно, потому что раньше все ходили дружно «Золотую птичку» было время. Сейчас время ворд-класса, когда люди хотят питаться правильно, хотят следить за собой, быть красивыми, подтянутыми. И очень важно знать не только как штангу качать, но как еще и правильно кушать. Все привыкли, что если надо похудеть, надо не жрать. Угу. Жрать надо много, но правильно. Следующая лекция у нас 21 марта, такой же вторник, ровно через неделю, она будет посвящена кардиотренировке. То есть как пользоваться, собственно, этой функцией, с чем ее есть, каким образом тренироваться, опять же, что можно, что нельзя, что желательно, что нежелательно, как индивидуально подобрать тренировку, все будет в этой лекции. Каким образом туда можно попасть, на эту лекцию? Лекция для участников проекта ворд-классовского «Делай тело», а также для членов клуба ворд-класс. То есть не обязательно быть участником проекта «Делай тело», можно всегда прийти послушать полезную для себя информацию. Совершенствуйтесь, улучшайтесь и добро пожаловать в ворд-класс!